Ну что ж, друзья, ночной обзор Нивы, все мы все про нее знаем, поэтому буду крайне краток. Во-первых, у нас это Нива Урбан, а значит обновленные подфарники вот эти вот, которые днем светят ярче, а значит дневные ходовые огни. И вот эта вот классическая фара, но вся потресканная. Вот так потресканная одна, также потресканная вторая, ну на нее переводить не будем. А все потому, что H4, а должны быть слабосильные фары. Ну, вернее, лампочки, поэтому от перенагрева все это лопается, и вот уже 40 лет как лопается. Ну, не 40 лет, поменьше, конечно, как они стали ставить галогены. Вот, а вот такое вот пятно проецируют наши фары. Ну, по нынешним меркам, конечно, слабовато. Ну, слабовато потому, что должен быть рефлектор не на стекле, а на самом в этом вот отражателе. Тогда будет отличный свет, лучше, чем даже у линзованных галогенов. А вот здесь у нас такое вот блеклое пятно. Давайте посмотрим, что сможет сделать дальний. Ну что, это поворотник. Ну вот и дальний, да. Дальний чуть получше, но опять же, да, там вот в конце граница опять же падает. И это выкручено наверх. Причем корректор фар, если сделать его поменьше, то будет вот такая вот печаль совсем. Ну вот, то ли выше надо делать, то ли еще как-то. Посмотрим, что у нас здесь. Вот, вот такой вот свет. Хотя вот, не кажется он таким уж слабым. Не, все равно вот дальше хотелось бы границу отодвинуть. Здесь тоже вот он кончается близко. Вот, зато в остальном у нас что? Прибор. Приборная панель хорошая, классическая для современных переднеприводников. И свет у нас появился дополнительный светодиодный вот здесь вот модуль. Классно. Странно, что в Эльбрусе его нет. И вот эти классические боковые светильники, которые едва-едва что-то освещают. Найти что-то нереально. Слава богу, хоть это вот как-то светит и добавляет лоска. В остальном, это 40-летняя давность. Минимум каких-то светов. Только подсвечено, да? Только подсвечено немного блок. Найти здесь что-то, как крутить, непонятно, потому что на ощупь все делается, да и то ни щелчков, ничего. И вот фары, которые сами по себе вот видно. Дневные ходовые огни, прям можно, кстати, с ними ездить, посмотри, как они светят ярко. Ну вот, в остальном вот только блок стеклоподъемников подсвечен, и все. В обычной не видит, даже вот только вот это светится, и все. Вот такая вот темная машина, вот такой вот экскурс в прошлое. Хотя, в принципе, свет можно было тоже модернизировать. Ну вот, я думаю, все остальное, все понятно, сзади с машиной все ясно, там фонари вот четверки модернизированные тоже, только зализанная часть, не буду на это тратить время. Спасибо, что смотрели этот краткий обзор. До новых встреч, пока. По всей этой теме я забыл, кстати, бардачок заглянуть, а ведь делали переработку панели. И ничего, темнота здесь зияющая. Вот так вот, общие параметры ясны.